Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Молдавского пловца Иоанна Лазаренко Тирона могут номинировать на Нобелевскую премию мира 2019 года. Спортсмен – единственный человек на планете, который с первой попытки переплыл 7 самых опасных проливов на земном шаре. Все заплывы Иоанна Лазаренко проходят под лозунгом «Swim of Peace». Решение о его выдвижении на самую значимую премию в мире было объявлено в среду премьер-министром страны Павлом Филиппом в ходе его встречи со спортсменом. Только 8 человек в мире смогли осилить 7 марафонов в открытой воде. Такой вызов могут позволить себе только самые смелые. И один из них – Ион Лазаренко. Свои заплывы спортсмен совершал в экстремальных условиях – в водах с очень низкими температурами и сильными течениями. Ион Лазаренко уехал из Молдовы, будучи студентом полицейской академии, а затем поселился со своей семьей в Ирландии, где живет уже 21 год. Но, несмотря на это, часто приезжает в Молдову и активно занимается благотворительностью. А во время каждого нового заплыва с ним – флаг Республики Молдова. За эти годы Лазаренко не раз помогал своим соотечественникам, доставил 90 тонн груза, помощь от диаспоры в Ирландии для нуждающихся семей в Республике Молдова, проплыл 265 километров по реке Днестр под девизом «Днестр объединяет Молдову», построил стадион в своем родном селе Бревичей Нергеевского района, помогает людям с особыми потребностями. С 2015 года спортсмен ежегодно получает титул лучшего пловца Ирландии. По данным опроса, проведенного в Ирландии, более 350 тысяч жителей этой страны узнали о Молдове благодаря достижениям спортсмена. В 2018-м Всемирная ассоциация плавания в открытой воде назвала Иона Лазаренко «человеком года».